2018 год в этом, ну, заканчивается очень успешно. Комитет по взаимодействию с разными там гильдиями, нашими общественными структурами, торгово-промышленной палаты провел большое количество заседаний, в том числе и оказал поддержку в решении важных вопросов, связанных, допустим, с гильдией по таксомоторных парков, да, по организации, скажем так, урегулированию проблемных вопросов по выдаче полисов ОСАГО в этом году. Подняли вопросы, которые сейчас существуют у компаний, которые проводят технические осмотры транспортных средств, и выстроили взаимодействие между ними и регулятором, ну, контрольными органами, это РСА, Российским союзом автостраховщиков. Подняли наболевшие вопросы, которые у них, скажем так, требуют более глубокого там понимания, изучения с обеих сторон и выстраивания эффективного взаимодействия между собой. Также мы постоянно оказываем консультации по вопросам страхования. Мы поддерживаем напрямую там, или руководителей, или даже иногда там решаем для них частные вопросы, потому что в нашем комитете есть много экспертов, которые могут сказать, насколько там, допустим, договоры, которые заключаются между ними, они эффективны, они, скажем так, настоящие, ну, можно даже так сказать. И мы оказываем поддержку в случае там возникновения каких-то рисков в том числе. Такой яркий пример – это пример взаимодействия с гильдией высоких технологий корпорации развития города Москвы Зеленоградской. У них был убыток, большой убыток на 100 миллионов по активу. И этот убыток был застрахован в одной из наших компаний, которая является членом комитета, ведущей компании Российское Европейское Страховое Общество. Да? Был вопрос коммуникации, выяснение там тех или иных особенностей этого убытка, там документов, проверка в документах, пошел процесс затягивания выплаты и всего остального. Я договорился с собственниками компании, мы организовали встречу на верхних уровнях и, соответственно, ускорился вопрос, и буквально до конца года убыток был закрыт, компания выплатила большое количество денег, да, там, для того, чтобы объект правительства Москвы был восстановлен и дальше там мог функционировать нормально. Ну, это вот яркий такой пример. Город спокойно выслушивает, идет навстречу бизнесу, да. Еще раз говорю, на площадке Московской торгово-промышленной палаты создан эффективный рабочий инструмент, который объединяет бизнес, выстраивает диалог не в виде там отчетов и докладов и заслушиваний, а в виде вот таких встреч B2B там и поиска эффективных методов решения тех или иных проблем. Особые планы есть. У нас задумки на реализацию социальных проектов, на реализацию проектов обучающих, да, потому что, как мы видим, там бизнес у нас эффективно развивается, но продолжает существовать, скажем так, отсутствие страховой культуры, да, там небольшая финансовая грамотность, да, и объединяя вот наши компании, которые представлены в комитете, мы хотим разработать некую программу повышения страховой культуры, да, потому что до сих пор к страховому бизнесу неоднозначное отношение, и многие о страховании думают как о полисе ОСАГО, да, не понимая, чем, допустим, может быть еще страховой бизнес полезен. А на самом деле существует много хороших продуктов, которые бизнесу позволят обеспечить защиту себя, бизнеса в том числе, и в случае возникновения каких-то рисков безболезненно осуществить восстановление этого бизнеса и, соответственно, содержание в это время там своих сотрудников. Много существует хороших продуктов.